Из гроба красные, правды нам сия солнцем. Христос воскресе из мертвых. Бога Отец и Бога Дни, пред всеми со всеми, все как играя. Люди же Божие святые, образовники зрящие. И сидим за святые. Ято воскресе Христос, ято святые. Благословящий Господа, Твоем воскресение Его, распятие Его претерпе, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе. И святое воскресение Твое поем и славим, Ты воисе Бог
Христом радости мы умрем. Света благословящий Господа, Твоим Христом Его, распятие Его Христе Петь, Петью Петра Руси. Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу поклоняйся Христе, и святое воскресение Твое по Его славе, приветствуй Бога, святый Демого Невзаня, имя Твое не помнит, и дети Твоей. Воскресе и смерти,
Thank you.
Thank you.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть побрав, и сущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть побрав, и сущим во гробе живо даровав. Thank you.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми, поминавши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, лицом закона всегда станьте. Ты, Боси, Царь, Мир и Спас, душ наш, Тебе слава, высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и Тебе Бог. Аминь. Омен, премудрость, омен, прокимен, глаз. Шестый, восьмый, все день Егоже сотвори, Господь, возрадуемся, возвеселимся, вонь. Все день Егоже сотвори, Господь, возрадуемся, возвеселимся, вонь. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век, милость Его. Все день Егоже сотвори, Господь, возрадуемся, возвеселимся, вонь. Прокими глаз четвертый, честна пред Господем, смерть преподобных Его. Честна пред Господем, смерть преподобных Его. Господитесь нам, слышание святого Евангелия Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Отвлеки святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во время помоста Иисус посреди учеников своих и глагола им, мир вам, упоясь.
сердце жив, и страшней больше не буду видеть и речи, что смущение истека, что пусть не входит сердца ваше. Видите, руцы мои, но зимы, яко сама съесть, если жить имей, видите, как двух вот и кости не иметь, яко же мне видите, имущая, и сирия показаем руцы, и еще не верующим от радости, и чудящимся речи, и на тебе, что с нет везде, они же даши ему видят учение, часть и отчет сот, и зем пред ними еде, лече же им. Сия суть слависа, я же глаголов, вам учащий с вами, яко подобает скончать сын, написанный закон, мне сил просто писали ко мне, тогда отверстие уразумите писание речи, как так описано есть, и так и подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедайте силы имя Его покаяние, отпущение грехов на всех языцах, на чем же от Иерусалима, вы же есть свидетели сим. И я спасу обетование отца моего мовы. Вы же сидите в ограду Иерусалимском, дом держать лечитесь силой свыше. И изведе же их воздали в пани и воздвиг руцы свои, и благослови их, и вы всегда благословляши их, отступи от них и вознажавшися на небо, и поклоншися ему, возвратившись в Иерусалим с радостью великою. Церкви, хвалящие и благословящие Бога. Аминь. Лечи, Господь, своим учеником, связь посылаю вас, яко овцы посреди волков. Будете оба мудрее, яко змея, и цели, яко голуби. Гнемлите же, от человек предотят Богу и на сомы, и на соборищах их бьют вас. Владыки же и цари людей не будете, и не ради вас ведете святых и цыков. И даже предают вы, не пицитесь, а как вы же что возглаголите. Не вы, Бог, будете глаголище, но Дух Отца вашего глаголю вас. Предаст же брат брата на смерти отец чада, и восставут чада на родителей и убьют их, и будете ненавидимы всеми имени моего ради, и терпевы же до конца, то и спасен будет. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по любви милости твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о православном епископстве гонимой церкви российские, о Господине нашем высокопреосвященнейшем Феодоре митрополите служащем Сын Владимир Сапирович Российской Православной Церкви, все в Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о стражущей стране нашей России, о православных людях и об Отечестве России, не тяжких обстоятельств сущих и о спасении их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, и же избавите люди святых, и мучительцы безбожной власти, наши утвердить единомыслие, братолюбие, благочестие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за все братья, за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже Спаситель наш, Боже, всех отцов земли, сущих горе на вече, милости, милости Боги, Владыка, всех наших и помилуй, милости Бога, человека, любви, Бога, всех, и славу рассылаю, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паки и паки святым царственным мученикам помолимся. Святи царственные мученицы, молите Бога у нас. Господи, Христа терпится ли мученич Николы, Господь тебя избра помазанника своего, во еже милостиво и правосудите людей твоих, и хранителем церкви православной быть, всего ради, со страхом Божиим, царское служение я душам попечения совершал иси. Господь же, испытуя тебя, яко Иова многострадального, попустите поношения, скорби горькие и измену.
предательство ближних, отчуждение и в душевных муках земного царствия оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын я претерпе, яко истинный раб Христов мученическую кончину прие, небесного царствия достигнуси. И где же наслаждаешься вышней славой престола всех царя, купно со святой супружницей твоей царицей Александрою, и царственными чады, царевичем Алексеем, царевнами Ольгою, Татьяной, Марией, Анастасией, ныне же имея дерзновение велию Христа царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего, и подаст грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирения, кротости, любовь, сподобимся небесного царствия, и держим купно с тобою всеми святыми новомученики и исповедники российскими, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробе живу даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть поправ, несущим во гробе живу даровав, истинный Бог наш. Пречистая своей матери, святых славных и сихвальных апостолов, святаго царя мученика Николая, святых царицы мученицы Александра, святаго царевича мученика Алексея, святых царей мучеников и Татьяны Марии Анастасии, святых преподавномученицы великие княгини Елисаветы и Пени Варвары, и всех новомучеников и исповедников российских, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и слушай во гробе живу даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и слушай во гробе живу даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и слушай во гробе живу даровав. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ, и слушай во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ, и слушай во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ, несущего гробе живота рабам. С праздником вас, спасибо Господи за молитву.